Я недавно выиграла в конкурсе от ВКонтакте. И вот мне пришел подарочек. Такой шопер с прикольной бирочкой. Ай. Я кроме персика и споти и вот этих двоих не знаю, кто эти. Вот шопер. И что там внутри? Я еще пока не смотрела. Ой, что там внутри? Ничего. Шопер прикольный, буду с ним ходить. Уа! Здорово, наклеечки. Супер. Как приятно. Так, куда бы мне их наклеить? Я, наверное, один на тумблер свой наклею. На блокнотик. Другие, не знаю, придумаю, куда еще наклеить. Такая лягушка смешная. Какая-то замученная, как будто ее в космос силы тащат. А это планеты Солнечной системы, да? Ну да, они на шопер классный наклеили вот это вот. Самое интересное, действительно. Так, и тут еще что-то. О май гад. О май гад. Какая гигантская футболка. Боже, я в ней утону. Не знаю, это на кого такая футболка. Ну, такая теплая. Зимой носить ее вместо пальто. Классная. Понятно. Значит, они могут на футболку и все что угодно, да, наклеить. Ну, мне вот это вот, да, больше понравилось. Футболочка и шопер. Ну вот оно счастье, участвуйте в конкурсах, как я. Ха-ха. Ладно, на самом деле я постоянно в всяких конкурсах участвую, всегда проигрываю, вообще постоянно. Это вот первый раз, когда я так выиграла. Круто. Ладно, пока.